Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Все для самостоятельного изготовления шкафов-купе. Распил ДСП. Готовые к работе элементы из МДФ. Детали из стекла и зеркал любой сложности. Яркие фасады дверей. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». 69400. Купаться не советуют. Кировские водоемы не прошли проверку Роспотребнадзора. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Роспотребнадзор не советует купаться в кировских водоемах. Почти во всех вода не соответствует нормам. Так, в Быстрице и Вятке неудовлетворительные санитарно-химические показатели. Также в районе городского пляжа у Старого моста, у Филейского пляжа и в карьерах у Нового моста качество воды не соответствует гигиеническим нормативам. У вокзала будет затруднено движение. В районе дома 42Б по улице Комсомольской прокладывают водопровод. В связи с этим движение по одной полосе перекрыто на неделю. Марьяне Тодорович нужна помощь. Малышке 1.5 года. Она борется со страшной болезнью нейробластомой. Ее также называют детским раком. У Марьяны поражена печень, легкие, кости черепа и костный мозг. Позади 7 курсов химиотерапии в Казани. Теперь девочку ждут в клинике в Германии. Родителям Марьяны Тодорович требуется финансовая помощь. Все реквизиты можно найти в официальной группе ВКонтакте. В воскресенье стартуют бесплатные автобусные экскурсии по городу. Всего разработано 2 маршрута. По четным числам – по восточной части исторического центра, по нечетным – по западной. Экскурсионные автобусы в это воскресенье отправятся от Театральной площади в 10 часов. Участие бесплатное.